Здравствуйте, друзья! 69-летняя Елена Проклова сообщила о трагедии, которая с ней приключилась. Она потеряла своего лучшего друга и партнера по сцене Игоря Ясуловича. Проклова считает, что у актера был невероятный талант не только в области актерского мастерства. Звезда Мимино отметила, что многое почерпнула у преподавателя и всегда заряжалась от него эмоциями. Цитата: «Еще на одного хорошего человека стало меньше. Боже мой, он всегда улыбался, что-то интересное рассказывал. Не было такой ситуации ни разу, чтобы, встретившись с ним, ты не узнавал что-то новое. С ним было приятно общаться, а его улыбка вдохновляла. От него светлее становилось на душе. Я скорблю, мне очень горько», – рассказала Елена Игоревна. Напомним, этим утром в ГИТИСе сообщили трагическую новость. Скончался народный артист и знаменитый советский актер Игорь Ясулович, на счету которого более 400 работ в кино. 11 августа артиста выписали из больницы, где он проходил курс лечения от тяжелой болезни. Журналисты пишут, что у актера был рак, и вскоре у него отказали почки.